Итак, всем привет, и тут у нас сегодня пришел телефончик, такой вот, забрал посылочку, желтенькая, все дела, китайская. Здесь у нас телефон 8620 Luna, Nokia 8620. Сейчас мы это дело разрежем, что-то мох такой, режется все, ну ладно, вот так вот делать. Сейчас мы его расколбасим упаковочку. Так вот. Раз, так, смотрим, что там дальше у нас, тут обрежем. Вот он наш аппаратик. Вот. Так, сейчас мы его выгрузим. Выгружаем коробочку в сторону. Телефончик наш. Вот такая вот у нас черная коробка. Вот. У нас надписи всякие. Коробка опрятная, хорошая. Собственно, повреждений никаких не было. Все нормально. Передняя часть у нас такая. Вот такая вот. Luna 8620. Смотрим, что там у нас содержимое такое. В коробочке. Ставим это сюда. Так. Тут у нас такая коробочка. Телефончик уже лежит. Дальше у нас, тут зарядочка. Зарядка у нас микро USB. Наушники у нас, походу, обычные. Обычные наушники такие. И еще имеются вот эти красные штучки, на них одеваются, типа, как чехольчики. Почему красные, не очень прикольно смотрятся. Мануал у нас есть. Такой вот у нас мануал на английском языке. Так, да, весь на английском языке у нас. Так. И кабель микро USB. Вот такой вот коротенький Nokia. Собственно, все, больше ничего нет. Так, диск. Диска нету. Ладно. В принципе, нам он и не нужен. Этот самый диск. Так, это тоже в сторонку отложим. Сейчас поглядим сам телефончик. Что тут у нас? Телефончик у нас весь в пленочках. Угу. Пленочки. На экране пленочки, сзади пленочки. Выглядит все очень аккуратненько. Мне очень нравится. Хорошо. Вроде нормально. Откроем. Так вот у нас смотрится. Такой вот у нас внешний вид. Хороший. Так. Ну, вроде все нормально. Можно приступать к включению аппарата. Так, а где его включать? Я забыл. А вот. Так. Телефончик у нас включается. Просит ставить сим-карту. Сим-карту мы вставлять не будем. Так, меню. Сейчас выставим русский язык. Так, батарейка у нас здесь полная. Хорошо. Так, где же тут наш русский язычок? Родненький. Так. Темность, дисплей, зена, фон, language setting, English. Так, русский у нас есть, немецкий, еще какой-то еврейский, что ли, непонятно. Так, выбран русский язык, все, русский язык у нас есть. Клавиши подсвечиваются. Хороший аппаратик, солидный. Так. Сейчас пробежимся по внешнему виду. Все у нас тут нормально русифицировано. Прошивочка русская стоит. Все отлично. Вот такой вот у нас оригинальный телефончик Nokia 8620 Luna. Угу. Отлично.
вот у нас аппаратик. Что еще тут рассказать, в принципе? Изменений никаких нету. Крышечка у нас стандартная, здесь также открывается, как и раньше. Собственно, те, у кого уже был такой аппарат, так как... А ну-ка, ага. Тут кнопочку нажимать у нас. И потом... Ай, как же тебе... О, все, ее вперед надо толкать. Так, тут у нас батарейка BP5M стоит. Так, тут у нас стоит какая-то... Так, лейба, это типа этот самый. На гарантию тут болтик они обычно закрывают, чтобы это самое. Если кто-то там вскрывал, допустим, чтобы видно было, что его вскрывали. Вот. Вот такой вот. Дефектов никаких нету, нигде ничего не удалялся. Все приехало в целости и сохранности. Все. Такой вот у нас аппарат сегодня на обзорчике. Внешне не посмотрели. В принципе, меня все удовлетворяет. Все очень хороший телефончик. Вот, потом еще проверю, как он звонит, вот этот аппаратик, и все, свою камеру и так далее. Тут в обзоре этого делать не буду, потому что обзор будет коротенький, в принципе, не буду вас томить этим делом. Вот самое главное, что увидели внешний вид телефона, ну и качество, соответственно, посмотреть. Вот такой вот у нас телефон был. Всего всем спасибо, пока, ставим лайки, подписываемся на канал.